Масштабные чистки по всей России продолжаются и затронули судебную систему. Так, бывший судья Сергей Котов проведет в колонии строгого режима 9 лет за взятку в 10 миллионов рублей. Такие деньги ему предлагали за смягчение обвинения группы наркоторговцев. Адвокат Ирина Кувакина, которая была посредником в этом деле, также отправится в колонию строгого режима на 5,5 лет и выплатит штраф в размере 13 миллионов рублей. Красиво жить не запретишь. Так, экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо приговорили к 8,5 годам колонии штрафу 600 тысяч рублей. Самое удивительное, что Борис с приспешниками похитили почти 1 миллиард рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. С прихваченными деньгами Мазо скрылся в Австрии, где приобрел себе особняк за 4 миллиона евро. Но ближайшим местом жительства для чиновника-эстета станет фишенебельная колония строгого режима. Навариться на облагораживание Ленинградской области попытались и власти Лойдиного поля. Администрация заключила контракт на покупку и установку амфитеатра и трехъярусных скамеек для набережной реки Сви за 2,7 миллиона рублей. Вместо чего набережную украсили кустарные, непригодные для использования скамейки за 100 тысяч рублей. Теперь в администрации проходят обыски, и следственные органы допрашивают экономных чиновников. Момент истины продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.